результата вы не видите, меня да? Не показывайте, а то они меня убьют. А скажите, а кто депутат в вашем округе? О, я даже не знаю. Не в курсе этих дел. Да. А я даже не в курсе. Понятия не имею. А я не знаю. О, даже не скажу. Мы не знаем. Я не знаю. Понятия не имею. А скажите, могли бы вы назвать, какие проблемы есть в вашем округе? Ну что, дороги во дворах плохие. Для детей маленькая площадка. Я живу на 8-м этаже. У нас напор слабой воды. Вот меня это не устраивает. Во дворах не очень хорошие дороги. Конкретно в моем дворе нет детской площадки, там парковка. Вот здесь вот на Краснознаменной тут вообще нету тротуара. Машины вот Горгазовские разбили, и проезд, где Горгаз, там вообще болото, можно утонуть. Лужи стоят на асфальте, даже на новом асфальте. А это что? Это плохо. По переулку дороги нет. Мамы с детишками не могут проехать. И вот они мучаются, у нас тротуаров там нет по проезжей части. Ходит. Да, дворы неухоженные, дорог нет. Транспорт у нас плохо, один автобус ходит. Тротуар нету. Песок везде, грязь. Как депутат Костырев решает ваши проблемы? Ну, я даже не знаю, как он их решает. И решает ли их он вообще? Я тоже не знаю. Я даже не знаю. Да мы не знаем. Да мы не знаем его. Может, он и бывает. Может, и ходит. Там ходят шляпы. Ходят какие-то люди, что-то руками разводят, что-то решают. Не знаю, по-моему, никак. Итак, вы меня, депутата вы не, меня видите, да? Не показывайте, а то они меня убьют. Да, вы депутата также не видите, да? Нет. Что-то там не похоже ничего на, всех, на решение этих проблем. Нет там никаких его действий, не вижу. Все тут глухо. На остановке сделали асфальт, а тут грязь кругом. Козырев. Это Костырев. 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 Да. Вот, видите, вы назвали, а я даже понятия не имею, кто такой. Его не видел. Не знаю, как он решает. Может, заочно там где-то у себя и решает. Вы знаете, я впервые вообще слышу эту фамилию. Поэтому ничего вам не могу сказать о этом человеке, потому что я совершенно не знаю. Возможно, как-то решает, но конкретно для меня это никак не отразилось. Ну, Кострева мы знаем. Просто мы не знаем, что это он тут.